Так, что у нас? Ага. Кладовка какая-то. Эй, я приветствую, добро пожаловать на канал. У нас сегодня разработка дронов Mirror's Edge Catalyst. Продолжается прохождение на моем канале. И что же, погнали, погнали разрабатывать дронов. Бежим. Это у нас уже 7-я серия, если я не ошибся. Потому что уже начинаю забывать. Уже много записываем довольно игру. Довольно долго, да. Так, и чтоб ты понимал, по процессу прохождения мы на 48 сюжетка пройдено. Ну, то есть половину игры мы уже с тобой пробежали, так сказать. Потому что это у нас, так сказать, блок бегущего. Поворот. Прикольно, поворот. Иногда мимо вылетаешь. Бывает. Курок, кстати, тоже по кайфу. По кайфу такой курок делать, честно говоря. Так, ну чё, погнали дронов разрабатывать. Ё-моё. Эй, иди ко мне, парень. Ну, гоу, 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 гоу. Гоу дронов разрабатывать, алё. Эй, эй, ты чё? Гоу дронов разрабатывать, алё. Ах, зараза, блин. Ты чё завис, э? Какая ты такая, а? Ты со мной дронов разрабатывать будешь, алё? Бляга, ты чё? А ты чё? Как красиво. Ты куда смотришь? Сюда надо смотреть. Ты смотришь куда-то? Потолок, блин. Слушай, это какой-то баг. Так, ну, метка. Типа мне надо, может, метку поставить, слушай. Если я метку не поставлю, может, оно не это? Блять, залезь ты, зараза. Супер, 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 слушай, вообще класс. А как задание взять? Блин, веселая хрень, конечно. А, вот задание, начало, да? А, нет, это оперативка. Это, конечно, надо, да. Так, что... А, только теперь я могу задание дронов. А, нет, стой, подожди. Его... Оно берется... Стой, вот оно только что ж высвечивалось. Вот. Вот она, точка соприкосновения с заданием. Давай-ка взглянем на документы. Ну, что ты об этом думаешь? Новый чип сенсора, это фигово. Согласна. Похоже, в лабораториях Krueger Arms работают над новым дроном. Может, получится стащить чип? В смысле, может, я смогу? Ну да. Я б сам, если б мог. Да ладно, я сделаю. Так, когда нам уже пистолет я дадут? Я буду с тобой на связи. Точно помню, в первой части мы стреляли. Здесь, может, тоже в конце игры можно будет. Здание с большим знаком Krueger Arms сверху. Так, все, погнали этаж. Нашим дроном или куда мы там погнали? Так, я правильно? Направление-то это. Подожди. Я не бегущая активность. Все хорошо, сюда, да. Так. Разгон, прыжок и... И подкат. Так, нет, это лишнее. Дверь открыта. Ты должна быть уже близко. Да ладно, вот так вот зафейлиться, конечно, здесь это... Это только я так могу. Ай, блин. Надо же, а. Так, ну и... Так, вот эту штуку надо взять.
Началось. Ошибка за ошибкой. Что-то куда-то спешу. Так. Поехали. Разработка дронов. Новый я сенсорный там. Чип. Отлично. Проверь, сможешь ли пройти внутрь. Зайдите в здание Крюгер Армс. Давай попробуем попасть в его здание. Ищите сенсорный чип. Так, ну как всегда, нам отключили зрение бегущего, чтобы мы тут запутались и не поняли, что нам надо делать. Нам надо искать сенсорный чип. Как его искать? Пока непонятно. Первоинженерный отдел. Так. У них наверняка что-то есть. Вон у нас инженеры стоят, что тут делают. Так, что, где, у кого тут есть? Так, у нас включилось? Отключено по-прежнему. Так. Непонятно, непонятно. Ну давай сюда тогда, блин. Опа. Так, наконец-то у нас активируется зрение бегущего, потому что с этим все-таки попроще будет. Так, и не понял. Не понял. Я нашла записку. Там говорится, что чип установлен на дрон в демо-зале. Так. Несколько этажей наверх. Найди лифт. Так, лифт, да? Погнали лифт искать. Шепард, кого? Пора отрабатывать бабки. Да, бабки, давайте, отрабатывай. Да я тут просто чип ищу сенсорный, парни. Просто чип. Новый процессор, новый iPhone. Да. Да никогда я не победу. Нафиг мне это надо? Я вас добью и потом уже буду продвигаться дальше за сенсорным чипом. Эгей, блин. Эгегей. Это замечательная моя. Вижу. Так. Вижу, вот так попасть не могу. Удар! Так, что у нас? Ага. Кладовка какая-то. Опа! Догоните дрон и захватите его. Он уходит. Давай за ним, нам нужен. Хорошо. Дали. Дай мне тогда дрон. Твою ж. На жопу приземлились. Давай, разгоняйся! Дрон, ты далеко зараз не уйдешь. Дрон, ты мой. Нифига себе он, блин. Че дрон, а? Слишком далеко уходишь. Дрон, стоять. Дрон, зараза, стоять, тебе говорю. Путина такая, слушай. Дрон! Блин, сука такая, а? Куда ты там собрался, а? Слышь, мелкий. Котина такая. Иди сюда. Блин, зараза, тебя сейчас поймаю. Блин, я тебе зуб даю. Сейчас поймаю нафиг. Котина ты такая. Прыгай на него и повисни, если сможешь. Он тебя выдержит. Хорошо. Котина, ни хрена себе, что он творит, а? Котинка такая, а? Все, заберите сенсорный чип. Ха-ха, перевернулись, урок сделали. Так, иди сюда, зараза. У меня. Я тебе его потом занесу. Это не к спеху. Сам факт, что Крюгер Армс его потеряли, сильно по нему дает. Так, отлично. У нас, кстати, одно очко стало доступно. Так, вот, пожалуйста, медицину. Медицину. Медицину, а дальше не могу медицину. Так, плюс один. А как мне вот дальше вот?
Дальше. Вот это что? А вот это что? Да, давай вот это. Так, что еще я могу тут? Давай тут вот это вот все. Так, все. О, да брось. Прокачка завершена, и у нас осталось главное задание на сегодня. Это западня. Найдите Икара, говорит. Ну чё, поехали. Поехали, так сказать. Проходить задание западня. Так, на 51%. Хорошо. Хорошо. Это вот прям, да, это что-то тут будет, наверное, очень интересное у нас. Так, не, сюда лучше не будем, то потом мы обратно не заберемся. Кто-нибудь? Да что с этой штукой такое? Икар? Ты можешь отследить мой сигнал? Я как слепой. Так, начинаем задание. Икар пропал с пульса. Ной обеспокоен и просит вас поискать его. Хоть Икар и самовлюбленный тип, но все же он бегущий, ваш товарищ. Конечно же, вы поищите его и, может, даже поможете ему, если это понадобится. Может, и поможем ему. Ой, я говорила с Икаром. Кажется, он рядом. Отлично, он жив. Рад слышать. Спасибо за новости. Так, начинаем искать Икара. Мега крутой разгон, и это опасно. Но вроде как на мягкие подушечки приземлились. Проблем не возни. Что это? Что это, Икар, такое? Не думал, что это скажу, но я очень рад тебя видеть, Фейт. Что случилось? Не спрашивай. И к забору не подходи. Он не кисло так бьет. А то закончишь, как они. Да, он, по идее, может тебя даже на таком расстоянии достать. Помочь мне выбраться. Выруби электричество, этого хватит. Или уйти, пусть тебя найдет Крюгерсе. Или так. Но мой вариант мне нравится больше. Пожалуйста. Что надо сделать? Эти кабели выведут тебя к переключателю. Буду должен. Само собой. Будь здесь пока. Смешно. Так, ну и... Зараза, зараза. Так, куда? По кабелям надо их отрубить, да? Все, 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 мне не надо среднебегущего, я понял. Да, ща мы это сделаем. Это же не сложно. Так. Мне кажется, топ как-то мешает пульсу. В первый раз такой, ни доступа, ни дальней связи. Ну что, let's go. Так. Конечно, это не сравнит, но я теперь немножко понимаю, что такое тюрьма. Крюгерсек разошлись знатно. Из-за черного. Так. Нашла.
но надо как-то обойти. Спасибо тебе. Ты все равно идиот. Крысы! Внизу большая движуха. О-о-о, тут до хрена вертушек. Летят из штаба Крюгерсек. Видать, обложили черный ноябрь. Ну-ля, что мне тут сделать-то надо? Так, все, отрубаем нафиг. Все, готово. Будешь должен. Буду. Спасибо. Если хочешь быстро подняться, может там лифт рядом есть? Да, есть. Икар? Жив-здоров. Отлично. Возвращайтесь оба сюда. Ной? Черт! Фейт! Крюгерсековцы! Они к Локову ушли! На нас налет! Повторяю, на нас налет! Хреново. Ной, скажи что-нибудь! Крюгерсек нас глушат! Надо вернуться, Фейт! Встретимся там! Черт, давай быстрее! 17 этаж уже. Так, в итоге я на 18-м, да? Так, let's go. Ну, ребята, я бегу. Лазер. Просто, который палят. Не могу связаться с Ноем и остальными. Гейсек их как-то глушит. Сейчас разберемся. Так, а если вентилятор по лестнице заглушить его, то, наверное, порежет слегка, да? Ой, ё-моё. А ты кто? Тот погиб уже. У-у-у, наше логово разбили, Я у логова. Ладно. Я рядом. Там еще остались вертушки. На пульсе тихо. Слишком тихо. Икар? Никого нет. Снаружи куча бойцов. Фейт, тут мешки для трупов. Так, что произошло у нас-то? Что-то не очень хорошее. Икар, ты здесь? Вижу. Твари из Кейсек, что делаем? Надо их остановить. За дело. А что за труп они забрали? Победите бойцов Крюгерсека. Давай. Успешно!
Так, готово. Не дайте ей уйти! Задержать! Кто-нибудь еще? Блин, блокирует, смотри, зараза. Кто ты заколебал блокировать? Говно. Слышь, говно, Да говно ты такое, Нравится, блин, зараза. У меня хоть хпшка есть, да? Охренеть, у меня тут засада, конечно. Дали бы мне какое-нибудь оружие, Что это такое-то, Да блин, Людок. Так ты только и можешь эту штуку использовать, говно такое. Ну ты охренел, блин, с пушкой на меня. Так, ну я всех уже повалил. И кто-то еще остался. Взять бы пушку, да и перестрелять их тоже. Понятно. Так. Вроде бы перебили всех. Страж, класс охотник. А или Т, боевой сдвиг, чтобы... Так, что нас ждет? Сражение, да? А. Давай, иди сюда. Я знаю, что ты за ублюдок. Блин. С тобой надо будет повеселиться, так понял. Да, здесь надо уходить от атаки, то есть уходим от атаки и наносим удар. То есть уходим. Бляха! Зараза, бляха! Так, хпшку восстановил. Что ты мне не сделаешь, олень? Тюлень ты! Уходим, уходим. Уходим. Блин, ну почти я его. Почти его забил. Зараза, не дал мне. Не понял. Все с самого начала, что ли? Не-не-не, слава богу, не. Я представляю, заново, блин, этих колбасить. Блин, я его почти добил. Сейчас будем, короче, уклоняться от мощных атак. Я думаю, что тогда мы точно 100% уже справимся с этим. Хопа!
Как тебе такое? Оп. Опа. Нравится? Вот. Классно, да? Слушай, а он успевает некоторые моменты делать. Иди сюда. Класс, да? Получай. Так, не, это надо отходить. Нарушитель обнаружен. Все, супер. Давай, иди. Так. Блин, ну ты этот зараза, конечно. Ах ты, скотина. Не-не-не-не. Зараза, блин, а снова? В очередной раз такая же хрень повторилась. Да как же так? Блин, там столько пушек, столько всяких векторов. Блин, можно взять любой просто и надавать ему. Блин, пропустить как этот момент? Нельзя никак. А, во, пропуск, все. Пробел жмем и пропуск. Хорошо, да. Так, иди сюда. Ну что, начинаем? Куда ты, стену решил? Куда ты собрался? Ты, конечно, клоун. Получи свое. Раз такая. Надо бы с ним побеседовать. Я ничего не знаю. Что вы сделали с нашими друзьями? Нам приказано было их схватить, но... Что вы сделали? Пришлось стрелять. Они не сдавались. Особенно старик. Беги. До связи. Время уходить отсюда. Все, уходим. Хорошо, хорошо, все. Сейчас уйдем. Он что, взрывоопасный дрон такой? Это серьезно, да. Это серьезно. Это опасно. Попадает, то нет. Дрон ушел. Я знаю, куда идти. Встретимся у крана в южном даунтауне. Я все объясню. Так, у нас одно очко улучшения. Давай, хпшку не можем, да? Давай тогда вот это прокачаем. Так, и все, очков нет. Так, все. Окей, с этим разобрались. Ну что же, что у нас там получается? Следующее задание у нас будет убежище. И, соответственно, это будет уже в следующей части видео. Ну, а на этом пока что все. Если здесь впервые, подписывайся на канал. И увидимся.